Всем привет, сегодня у нас будет на обзоре мышка от Arc Sharks. Сразу хочу сказать то, что заказывал я ее чисто для обзора, потому что я видел, что на русском ютубе нет обзоров, но уже появились, кстати, уже появились там два обзора. Но я думаю, почему бы не записать. И после этого я бы ее слил на Авито, но в итоге, когда я ее пощупал, да, я ее уже потрогал, я ее посмотрел, после решил для обзора ее распаковать, потому что многие, может, не знают. Но после того, как я ее увидел, я ее решил оставить себе, а вот эту вот предыдущую мышку Дарео, скорее всего, продам. Давайте посмотрим комплектацию. Поставляется она в обычной коробке, причем даже, ну, такая помятая, но еще не очень, потому что я видел у других, там коробка вообще просто убитая. Заказывал я мышку в белом цвете, и хочу сразу сказать то, что меня вообще удивила ее комплектация. Тут у нас идет провод. Провод, могу сказать так, простенький, ничего особенного. Пользоваться я им, скорее всего, не буду, потому что у меня есть другой провод. Но меня порадовало то, что здесь есть вот такая вот силиконовая крепежка. Не вот эта вот металлическая такая вот, которая сразу на выкид, а силиконовая. Это вообще что-то прям нечто, я такого даже не ожидал. Также сама мышка у нас в комплекте. Сейчас мы к ней перейдем чуть попозже. И меня удивило то, что продавец в комплекте положил грипсы. Я вообще, я просто был поражен и удивлен, потому что я читал отзывы и писали то, что кому-то положили грипсы, но это прям какие-то единичные случаи были. Я удивлен, что положили грипсы. Мышку я заказывал за 200, там, с баллами. Дошла она мне за 15 дней. Могла бы дойти чуть быстрее, но там были проблемы с доставкой. Так что учтите, заказывал я ее по автоматам. И могу сказать так, в белом цвете она выглядит просто сочно. Просто сок. Мне она очень понравилась. Прям, ну, она маленькая. Я могу так сказать. Она прям небольшая. Но это мы уже чуть дальше поговорим. Ну, давайте так. Я попользуюсь мышкой и расскажу вообще о ней более конкретно. Так что увидимся дальше. Поговорить я хочу о материалах. И скажу так. Материалы за такую цену просто, ну, шедевральные. Как по мне, за 2000-2100 материалы весьма неплохие. Прям, ну, она на ощупь очень приятна. И не знаю, какой это тест, не тест, но многие продавливают ее. Не знаю, зачем, конечно, потому что если я пользуюсь мышкой, я ее, ну, настолько сильно не давлю. Но если кому-то интересно, вот я давлю, но она просто вообще, ну, она не давится совершенно. Прям, чтобы ее тут продавить, она не люфтит. Вот я ее трясу. Да, там есть, конечно, колесико, но чуть-чуть там слегка потрясывается. Если сравнивать с моей Дарео, вряд ли микрофон захватил, Дарео прям трещит вся. Но это прям, ну не знаю, как будет после там нескольких падений ее, но конкретно сейчас она вообще не трещит. Что хочу сказать по люфту кнопок, они люфтят. Сейчас я покажу. Показать-то здесь вам. Света мало, добавим сейчас немножко света. Кнопочки здесь у нас немножко люфтят, но в целом оно особо-то и неощутимо. Также есть небольшой вот такой вот pre-travel, side-travel, не знаю, как это точно называется, я не какой-то там великий обзорщик, но при обычном использовании я это даже не замечаю. По кнопкам, кнопки нажимаются приятно, меня прям вообще это удивило. Прям очень мягкое такое нажатие. Многие еще говорят то, что громкое. Я сравнивал со своей Дарео. Клики вообще одинаковые. Просто они идентичны. Я никакой разницы не заметил. Могу сказать так. Колесико мне вообще понравилось. У колесика такой эффект. Трещоточки. Мне прям вообще я кайфую. Прям оно приятненько. Немножко оно утоплено. Я бы хотел, чтобы оно было повыше, как на Дарео. Но, к сожалению, оно утоплено. Может, конечно, это после дела привычки, она меньше. Меньше моей старой мышки, если вот сравнивать мышку Дарео с Arc Sharks, она поменьше. Если у этой такой более такие большие изгибы, у этой маленькие. Но в целом привыкнуть можно. Но по материалам прям очень хорошо. Мне прям вообще понравились материалы. Очень хорошие. И ничего не хрустит, не люфтит. Следующее, о чем я хочу поговорить, это про органы управления. И индикатор зарядки, и следующий индикатор, который есть. Ну, у нас по управлению тут две кнопки вперед-назад, левый-правый клик, колесико, кнопка на колесике. Сзади у нас имеется управление режимами 2.4.
и Bluetooth. Также еще есть управление по проводу, но это уже, наверное, банально. И также, если нанести посередине, то у нас мышка будет выключена. Также есть кнопка DPI и кнопка смены режима. Следующее, о чем хочу поговорить, это про вот этот индикатор. При подключении зарядки у вас он загорается таким приятным, таким вот фиолетовым цветом. Мне прям вообще понравилось. И когда у вас заряется мышка, скорее, ну, я ее еще не зарядил до фул заряда, но, скорее всего, будет гореть либо зеленым, либо таким приятным, таким ярко-зеленым. Ну, как мне кажется, потому что в большинстве мышек горит зеленым. Но вот это фиолетовое свечение вообще прям, ну, оно мне нравится. По индикаторам это все. Давайте дальше поговорим. Также я решил сделать небольшой тест глайдов. По сути, это, конечно, ну, не очень хороший тест, потому что все коврики, они одинаковые, из одного и того же материала. Но у меня лежало большое количество ковриков, и я решил, почему бы не сделать тест глайдов на разных ковриках. И, по сути, мышка ведет себя одинаково на всех четырех. Там есть, конечно, небольшая погрешность. Ну и самое-то главное, как мышка ведет себя в играх. Я тестил эту мышку в таких играх, как CS, PUBG, и могу сказать одно. Мышка себя чувствует хорошо, сенсор себя чувствует замечательно. Я крутил, вертел, резкие движения делал, все прям отлично, замечательно, пушечно, гоночно. Все, что я могу сказать так. Если вы покупаете эту мышку для динамичных шутеров, я могу ее советовать. Сенсор не срывает. Там посмотрим уже, как будет спустя время. Давайте поговорим про софт. Имеется вообще два софта для данной мышки. Это Atark Sharks оригинальный и Kisona 300. По сути, это тут та же самая программа, только по другим названиям. Суть различия этих программ в том, то, что в Atark Sharks нету функций, которые есть в Kisona. И на этом различия заканчиваются. Дизайн тот же. Функционал тот же, настройка та же, подключение тоже, все точно то же самое, просто в Kisona добавляется плюс одна настройка. Я пользуюсь Atark Sharks, меня в целом все устраивает, конечно, надо еще более глубже зайти в софт и посмотреть вообще, что там еще имеется. Ссылочка на оба софта будет в описании, а мы идем дальше. Также хочу вам показать, как кликает мышка. Конечно, микрофон более такой плохой, но суть вы поймете. Ну и что в итоге хочу сказать про данную мышь. Данная мышь, мне сначала, конечно, я скептически к ней относился, потому что я хотел ее заказать, снять обзор, срубить просмотров и продать. Но когда она мне пришла, я прям кайфанул. Потому что после вот этой вот моей старенькой мышки, причем она тяжелая, она прям, ну я чувствую, вот это прям вообще ничего не есть. Вообще она, я вот ее держу, она как воздух просто. Потому что после того, как я ее пощупал, как я ей попользовался, как я на ней поиграл, она мне понравилась. Причем еще за ту цену, за 200. Да, конечно, вот эту я брал за 1800, она еще с докстанции идет. Но давайте так. Это было год назад, курс рубля был совершенно другой. Сейчас вот эта мышка стоит там 3800, и она не стоит тех денег, которые сейчас продаются. Но вот эта мышка, я ее не хочу продавать. Я ей буду пользоваться, но на этом я хочу закончить свой обзор. Ссылочка на данную мышку будет в описании. Всем спасибо, всем пока.